В Видновской школе номер 7 сотрудница МЧС рассказала 5-му Б-классу о правилах обращения с огнем, что нужно делать при обнаружении пожара, куда и по каким телефонам звонить. Ребята с увлечением слушали, как спасатели участвуют в тушении пожаров и помогают попавшим в беду людям. Занятие проходило в форме дискуссии. Школьники активно задавали вопросы и сами отвечали на заданные. Для нас самое главное, чтобы у них отложилось в голове, по каким номерам необходимо звонить в пожарную охрану, что нужно сообщать, чтобы они не паниковали, не прятались, чтобы они знали, как себя вести, что делать, и смогли обезопасить себя. Чтобы избежать пожара, необходимо хорошо знать и строго соблюдать правила безопасности. Из проведенного урока каждый ученик четко запомнил самые основные. Первым делом надо позвонить пожарным по телефону 101 и службе МЧС по телефону 112. При возгорании появляется угарный газ. Чтобы не задохнуться, надо взять тряпочку и намочить ее, и приложить к лицу, и через нее можно дышать. Самое основное – это то, что мы не должны баловаться с огнем. Мы не должны брать какие-нибудь спички, зажигать. Из-за этого может произойти пожар, и если есть какие-нибудь домашние животные, там дети маленькие, то они могут из-за этого тоже не выжить. Важно, чтобы дети ознакомились с правилами пожарной безопасности еще в школе, ведь эти приобретенные знания они пронесут через всю свою жизнь. Анастасия Воронина, Алексей Руднев, Сергей Ларин, Видное ТВ.